один мальчик. И он очень любил есть цыплят и очень боялся волков. И один раз этот мальчик лег спать и заснул. И во сне он увидал, что идет он по лесу, за грибами идет, и вдруг из куста выскочил волк и бросился на мальчика. Мальчик испугался, что дай, он меня ест. Волк говорит, постой, я тебя еще не съем, а я с тобой поговорю. И стал волк говорить человеческим голосом. И говорит мальчик, ты боишься, я тебя съем, а сам ты что же делаешь? Ты любишь цыплят? Ну, блядь, зачем же ты их ешь? Ведь они эти цыплята такие же живые, как и ты. Каждое утро подойди, смотри, как их водят, как повар несет их на кухню, как перерезает им горло, как их маска кудахчет и плачет на все. Видел ты это, говорит волк? Мальчик говорит, я не видал. А не видал, то ты посмотри. А вот потом, теперь я тебя съем. Ты такой же цыпленок, я тебя и съем. И волк бросился на мальчика. И мальчик так испугался, закричал, а и закричал и проснулся. И с тех пор мальчик перестал есть мясо. И не стал есть ни говядину, ни телятину, ни баранину, ни кур.